Держите аккуратненько. Ой, дядя. Смотри. Ну, Танечка, мы пойдем. Нас Зойка в машине ждет. Берегите себя и близнецов. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Вот так. Счастливая. Ой, держи. И я счастливый. Домашний. Всегда для женщин. Время новостей в уральской столице. Я, Анастасия Эйнгорн, мои коллеги готовы подвести информационные итоги дня. Екатеринбургские школьники, попавшие в аварию под Ярославлем, вскоре вернутся домой. Правда, не все. Домой врачи разрешили отправить тех, кто не получил серьезных травм при столкновении экскурсионного автобуса с грузовиком. Участниками этого страшного ДТП стали больше 40 человек. Один из них – шофер, перевозящий детей, погиб. Свердловские власти оказывают всю необходимую помощь группе. Роман Сумин с подробностями ЧП. Опытный? Нормальный водитель.